Во Владимирской области выявили 157 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 149. Госпитализированы 8 человек. Днем ранее в больнице с тяжелой формой заболевания попали 9 пациентов. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 154 637. В лидерах по заражениям Владимир 35 заболевших за сутки. На втором месте Муром, там выявили 17 новых случаев. На третьем Ковров 16 заболевших. С 20 августа в регионе не зафиксировано смертей от коронавируса. Общее количество погибших за все время пандемии 3506. Число выздоровевших 16. Всего болезнь победили 149 120 жителей области.